Этот безумный бомбист задал нам работенки, а детектив? Я сутки напролет этим занимаюсь и до сих пор понятия не имею, кто он. Надо отдохнуть. Всем постам, 10:33 на мосту Джорджа Вашингтона. Нанесем ответный удар. Вызову отряд саперов, чтобы прикрыть тебя. Паук, будь осторожен. Слушай, ну не целый же день с этим возиться. Давай-ка, что ли, пошевеливайся как-то. Еще одна бомба. Ничего, я смогу ее обезвредить. Готово. Я вычислил все эти бомбы.
Спущусь-ка на фабрику. Посмотрю, не нужно ли кому помочь. Снова вы! Заведите себе внимание, новое ход. Обнаружено нарушение безопасности. И тебя заодно! Внимание! Система начинает автоматическое аварийное изменение направления. Внимание! Поток направлен в подземные емкости. Я поставил герой. Я наконец-то разрушу город. Когда пламя достигнет реагентов, этот остров сгорит там. Прости, что вмешиваюсь в твою маленькую стряпню, но я этого не допущу. Посмотрим. Джентльмены, не допускайте ее к тем клапанам. Опасность. Превышение порога давления. Открыт впускной вентиль 3. О нет, химикаты распыляются из этих труб. Надо как-то все остановить. Все, что тебе нужно, достать иглы из красных. Открыт впускной вентиль 2. Чтобы все не взлетело на воздух, нужно сбалансировать давление. Открыт впускной вентиль 1. Тут еще не закончили, паук. Мою месть не остановишь. Помоги же мне! На помощь! Спасите! Я тебя спасаю, ты на меня кидаешься. Вот поэтому ты и плохой, а я хороший. Здесь снова Человек-паук! Я просто оказался по соседству. Можете не вставать.
Кажется, подкрепление на подходе. Огонь, парни! Вам плюс за энтузиазм. А вот за мозги неуд. И как же ты им возьмешь и не позволишь? А просто уничтожь эту штуку. Вот и все. Эй, внизу, берегись! Бомбы пошли! Как два пальца об асфальт. Эй, спереди! Ну, я же сказал, спереди! Огонь! Как два пальца об асфальт. Эй, спереди! Ну, я же сказал, спереди. Бомбы пошли. Ах, какой облом. Огонь! Как два пальца об асфальт. Осторожно! Осторожно! Как два пальца об асфальт. Эй, спереди! Ну, я же сказал, спереди. Делайте! Я сказал грузить резервуар! Человек-паук, стоило догадаться, что ты снова сунешь нос. Похоже, мы глава этого балагана. Ну что, представление окончено. Не сегодня, паук. Ты сгоришь вместе со всем этим хламом. Подхватите меня. Эй, мы еще не закончили. Твоим геройским делишкам крышка. О, нет. Человек-паук, ты уволен.